благодати, изливающейся потоками мира. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы те, в очах Твоих маленькие дети, которые всегда могут приходить к своему Отцу, чтобы принять посылаемое Тобой, чтобы прикасаться к тому, что является небесной манной. А если надо, то и Твоими накрытыми столами, чтобы наш дух не оставался в том голоде, из-за которого нет роста. Поэтому я сейчас высвобождаю Твою благодать для благовременной помощи на сердце каждого человека, кто сегодня смог преодолеть преграды, кто сегодня смог переступить различные рубежи в своей жизни. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, что это есть Твой урок, это есть Твоя возможность, которая подается нам сейчас, чтобы мы не оставались прежними. И мы продолжаем взирать на руку нашего возлюбленного. Мы продолжаем взирать на Твое сердце, чтобы оттуда брать то питание, которое нам так необходимо. Питание для нашего сердца, питание для нашего внутреннего человека, который не останется прежним. Я благодарю Тебя, Господи, что мы не останемся прежними. Когда мы приходим в Твое присутствие и пропитываемся Тобой, то все вокруг нас начинает меняться. Потому что свет прогоняет тьму, потому что власть успокаивает бурю, потому что позиция, она может достать из Твоего Божьего хранилища то, чего нам так не доставало. И я прошу Тебя, чтобы каждый человек сейчас увидел, чего ему не хватает, и обратился к Тебе, как те маленькие дети. И я благодарю Тебя, Господи, что нам нужен Твой хлеб, и мы просим Тебя, чтобы Ты дал его. Господь, я благодарна Тебе, что мы прямо сейчас говорим: накрой стол ввиду врагов. Накрой стол ввиду врагов, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, потому что Ты пленил плен, взойдя на свои высоты, чтобы отдать дары людям и чтобы из противившихся обитали у Господа. Сколько сегодня тех, кто противится Твоей воле в домах народа Твоего? Сколько есть тех, которые противятся на работах? Сколько есть тех, которые противятся в этом городе? Но Ты пленил плен. Ты уже пленил плен, Господь. Слава Тебе за это. Слава Тебе, что Ты уже сошел своими дарами на землю, чтобы мы не оставались прежними. И поэтому раздай и сегодня хлеб жаждущим и голодным. Раздай и сегодня, Господь, тот хлеб, который укрепит веру в народе Твоем, чтобы вера, она поднялась на новый уровень, чтобы вера, она передвигала горы, чтобы вера раздвигала моря, чтобы вера, она наполняла хранилища, чтобы вера, она творила Твою волю на земле. Я благодарю Тебя, Готес, my Cameron of Rice. Я благодарю Тебя, возлюбленный. Я благодарю Тебя, что мы тот народ, который знает трубный зов, и потому мы не молчим, и потому мы разговариваем с Тобой и говорим: Господи, возьми от полноты Твоей и приди излиянием благодати, приди излиянием силы, приди излиянием свежих потоков. Господь, я благодарю Тебя, Равира Крода Сена. Я благодарю Тебя за то помазание, которое сейчас умножается. Но пусть сосуды будут открыты, пусть сердца будут распахнуты, потому что Твой хлеб, Ты сказал, будет дан, и вода не иссякнет. И мы принимаем сейчас от Тебя этот поток свежего, свежего хлеба. О, Господь! Просим мы, как маленькие дети. Посмотри на нас, как на детей Твоих сейчас. И пусть просьбы Твоего народа будут как гром на небесах разноситься. Потому что мы, как дети Твои, идем к Отцу Небесному. И мы поднимаем свои руки пред Твое лицо, Господь. Просим мы, как маленькие дети. Дети мы и есть перед Творцом. И с надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом, пред Его лицом. Господь, благодарю Тебя, что Твое лицо обращено к нам сейчас.
щедрости. Слава Тебе, что Ты не скрываешь от нас Твои возможности. И мы гимн за то Ему поем. Пусть эта щедрость неба сейчас прольется но на землю. Но порою видно, что немного. Чтобы мы не только принимали, но и отдавали. Своей любви даем. Господь, благодарю Тебя, что Ты хочешь принимать нашу благодарность. Ты хочешь принимать наши просьбы, как внимательный Отец. Мы с надеждой воздеваем свои руки к Тебе, Господь. Наши руки пред Его лицом. Слава Тебе, любимый. Просим мы, как маленькие дети. Мы Твой народ, мы люди, взятые Тобой в удел. Мы носители Твоего света. Мы носители Твоего царства, а значит и распространители Его. Принимаем, чтобы оно на нас не осталось, а перешло дальше. Перешло дальше. Пред Его лицом. Слава Тебе, Господь. Ведь любовь сдвигает. Посмотри на ту гору, которая стоит перед тобой, потому что любовь ее сдвинет. Шторм проведет тебя через любой шторм. Чье же мы прогнали? Господь, благослови нас прогонять горе в народе. Где кому? Дай нам сейчас ту меру помазания. Просим мы, как маленькие. Мы обращаемся к Тебе за силой льва, несмотря на то, что в очах Твоих мы лята. Но я благодарю Тебя, что если стал перед нами враг, то мы сможем его прогнать с дороги. Наши руки пред Его. Слава Тебе, Господь! Просим мы, как маленькие дети, дети мы и есть перед Творцом, и с надеждой светлою воздеты наши руки пред Его лицом, пред Его лицом. Слава Тебе, Господь! Боже, я благословляю сейчас Твой народ почувствовать себя в объятиях Отца. Почувствовать себя не только принятыми, но имеющими доступ в святилище. Имеющими доступ туда, куда могут войти только дети. Потому что ребенок царя царей — это статус. Это статус. Это власть. Дал власть быть чадами Божьими. Господь, я благодарю Тебя за власть, которую Ты нам дал, быть Твоими детьми. А значит, мы говорим, что даже львенка боится враг и убегает. Потому что за каждым из нас стоит сила льва из колена Иудина. За нами стоит сила воскресшего Христа, победителя. За каждым из нас стоит Его мощь. И потому враг убегает, когда видит, с кем мы в завете. Когда он видит, кто стоит за нашей спиной, когда он видит этот рык, то он убегает. Он убегает, и потому ты можешь видеть, как твои горы, они расступаются. Они не могут выстоять от взора того, от которого металл плавится. И я благодарю Тебя, Господь, что всякая гора неверия, она сотрясается сейчас. Она сотрясается от ударов Твоего молота. Она сотрясается от могущества Твоего присутствия, потому что это Твой молот Божественного Слова. И я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас пред Тобой танцевать и радоваться в духе, потому что Богу нравится, как мы танцуем. Богу нравится, как мы поем, но поем от сердца, поем среди бури, поем даже тогда, когда знаем, что за нами фараон, но говорит, ты пройдешь, а фараон останется, он останется в море, все его войско, оно там потонет. Господь, слава Тебе! Слава Тебе, как бы ни казались безысходные ситуации, а мы видим столб огня, идущего впереди. Этот столб раздвигает все мрачные тучи. Этот столб раздвигает все то, что не является Твоей природой. И я благодарю Тебя, Готес Майкэмена Фрайс. Я благодарю Тебя, что свет во тьме светит. Тьма его объять не может. Давайте громче скажем, тьма его объять не может. И потому тьма расступается, и мы можем танцевать
на развалинах. Мы можем танцевать там, где нет путей, и прокладывать пути для населения. Мы можем это делать. Мы можем это делать. И потому мы будем сейчас это делать. Господь, я благодарю Тебя. Богу нравится, друзья. Если вы в это верите, то вы будете даже на месте не стоять равнодушно. Давайте сделаем то, что Богу нравится. Может быть, не всем людям нравится, но Богу это нравится. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты любишь, как Твои дети радуются в Тебе, как Твое наследие не остается равнодушным к движению Твоих потоков. Дух зовет на глубину, Дух зовет в свободу жизни с Ним, к жизни в победе. Слава Тебе, Господь! Ходит враг, как дикий зверь, внушая страх, но сам боится тех. Мы живем в Твоем огне, Господь! Кто живет в огне? И мы принимаем этот огонь! Духом Твоим, духом огня, очисти, Бог, меня. Очищай, когда сердце наступили. Духом огня ведется Твоя война. Победа нам принадлежит, и мы ее принимаем. Никто не может ее удержать. Победа Господа приходит полной верой. Все, что не Твое и не от Тебя. Прямо сейчас сваливаются болезни с ног, сваливаются с плеч, зазыхают опухоли. Когда народ радуется пред Богом, когда народ ликует пред своим Богом, эти горы опухолей, они тают от Его лица, потому что это огонь, который вышел от престола славы. Если у вас есть какие-то болезни, положите туда сейчас свои руки и говорите: огонь Святого Духа, сходи на меня. Огонь Святого Духа, испепеляй всякую болезнь и ее основание. О, Господь, я благословляю сейчас Тебя. Я благословляю Тебя сейчас трудиться Духом Твоим в народе Твоем. Трудись, Господь, своей славой. Восстанавливай то, что когда-то было даже удалено из тел человеческих. Если это был важный функционирующий орган, верни его. Верни, Господь, пусть чудотворение заработает в народе. Я благодарю Тебя, родной. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что там, где невозможно по-человечески что-то изменить, то Духом ведется Твоя война. Духом ведется Твоя война сейчас. Слава Тебе, поэтому сомнения. Прогоняйте, друзья, каждое сомнение. Может быть, у Тебя был опыт не совсем удобный для Тебя сейчас. Скажи: Господь, я не на свой опыт опираюсь, а опираюсь на верность Твоего слова, на верность того, что я в заветных отношениях с Тобой. И поэтому я живу Твоей силой, дышу Твоим духом, питаюсь Твоим словом, и вера моя растет, и вера моя поднимается, и свобода умножается в моей жизни, и тьма отступает. Тьма отступает. И передо мной, и за мной, и вокруг меня сила света умножается. Сила света умножается. Господь, слава Тебе! Господь, слава Тебе! Господь, слава Тебе! Что это Твоя война, и она ведется не человеческими усилиями, но через людей. Ты ее осуществляешь. Слава Тебе! Народ святой, подними народ крепкий. Поднимай, Господь, армию великого Бога. Поднимай армию. Подними народ сильный. Поднимай сильных воинов. Подними народ святой. Подними ратоборцев. Подними в полном все оружие. Кто в завете с Тобой? Слава Тебе, Господь, что мы в завете с Тобой. Подними народ сильный. Поднимай. Подними народ. Поднимай, Господь, многочисленную армию. Подними народ крепкий. Не то
столько людей в зале, и всех, кто за пределами зала, кто на связи с нами сейчас, понимай, понимай, возлюбленный, в Европе, понимай, на Востоке, понимай, на других континентах, понимай, понимай, возлюбленный, армию свою, чтобы возвращать то, что мы забираем то, что украл враг раньше. Понимаем тех, кто упал, и говорим: вставай, вставай, пойдем дальше. Не оставайся там, где ты есть. Благодарим тебя, Господь. Мы забираем, забираем у хищника. И говорим: выходите, узники, на свободу. Выходите, пленники. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь, за свободу, которую Ты нам подарил, и мы ее не отдаем врагу. Мы не отдаем свободу сомнениям. Мы не отдаем свободу плохим настроениям. Мы не отдаем свободу зависимостям. Мы не отдаем свободу злоречию. Мы не отдаем свободу различного рода обидам, горечи и печали. Мы не отдаем эту свободу, она слишком дорого досталась Иисусу, чтобы мы сегодня ее разменяли на какие-то дьявольские пятаки. Господь, слава Тебе! Слава Тебе, что мы куплены дорогой ценой! Дорогой ценой мы куплены! О, Боже, слава Тебе! Слава Тебе, что Твой народ, он радуется о Боге своем, веселится о том, который призвал в правду и взял за руку. И сказал: не бойся, я тебя проведу. Я тебя проведу. О, Господь, я благодарю Тебя, что Ты хочешь. О, друзья, закройте сейчас глаза и посмотрите, какая рука к вам протянута. Вы увидите сейчас эту удивительную руку. Возьмитесь за нее. Возьмитесь за нее. Ибо эта рука не для того, чтобы толкать. Эта рука не для того, чтобы отгонять. А эта рука для того, чтобы принять. Дай Богу сейчас взять тебя за руку. Дух Святой, я прошу, чтобы ты открыл сейчас глаза незрячим, чтобы люди увидели, как эта рука долго ожидает. Чтобы мы свою волю, свои решения, свою самостоятельность отдали сейчас в твою руку и сказали: Господь, я соглашаюсь. Веди меня. Веди меня, Дух Святой. Веди меня туда, куда Ты определил. Веди меня на высоты Божьи. Веди меня на пажити злачные. Веди меня на те места, которые, может быть, я не совсем выбираю идти туда, но Ты их выбрал для меня. Значит, это важно. О, Господь, я благословляю сейчас каждого человека пережить, что наша рука в Твоей. Дай почувствовать это особое прикосновение. Дай принять Твой огонь любви. Дай принять нежность касания. Дай принять заботливое Твое объятие. Господь, я благословляю сейчас Твой народ принять это. Друзья, те, которые отдали сейчас свою руку, а за этим и решение, и волю, в руки Иисуса сейчас окружать начинают ангелы плотной стеной. Господь, благодарю Тебя, что мы не пойдем одни в эту дорогу. Благодарю Тебя, что Твои светлые воины, они нас окружили сейчас. Стан возлюбленных окружается Твоими ангелами. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что люди, которые находятся сейчас не в этом зале и чувствуют одиночество,
Ты говоришь, ты не одинок. Я взял тебя также за руку. Не думай, что если ты один за экраном, то я тебя не вижу. Я вижу, я понимаю твои переживания сейчас. Я не только вижу, а я тебя веду в дом. И ты скоро увидишь тех людей, с кем я тебя соединю. Потому что у меня есть люди в этом городе, где ты живешь. У меня есть люди в этом районе, где ты находишься. Но я хочу, чтобы ты стал маяком на этом месте. И зажег светильник, убрав все перекрытия. Ты думал, что тебя не поймут, и поэтому молчал. Но начни говорить, и ты увидишь, как много чудес я буду совершать по твоим молитвам, и вокруг тебя образуется живая церковь. Вокруг тебя поднимутся люди, которые до этого были разочарованы в церквях. Они искали в людях меня, а надо искать в моем слове, надо искать в отношениях со мной мою верность, и я ее проявлю. И поэтому я сейчас поднимаю новую волну моих делателей. Я поднимаю эту волну, которая захлестнет берег и которая заберет оттуда всех, которые высохли. Но я погружу в свои живые воды. Я погружу в свои полноценные воды и омою засухую пыль и верну сочность, верну свежесть и накормлю тех, которые потерялись. Я Бог, который взял тебя за руку сейчас, чтобы сделать это дело, потому что мне нужны люди, чтобы осуществить мой великий план для земли. Мне нужны те, которые когда-то согласились и заключили завет со мной. И поэтому я ожидаю верности. Верность позволит приобрести квалификацию. Там, где ты был одинок, там, где ты думал, что у тебя не получается, прояви немного верности, и придет много ответов. Придет много моих возможностей. Потому что тебе надо противостать тому, кто встал между мной и тобой. Противостать этой глыбе льда, пришедшую через горечь в твою жизнь. Растопи прощением, растопи моей любовью, и ты увидишь горизонт, который был заслан этой глыбой, переполненной илом и грязью. Но я пришел, чтобы растопить разочарование, растопить горечь, растопить этот лед одиночества и вести одиноких в дом, и накрыть стол в виду врагов, и дать тебе наесться от моего небесного стола, потому что я всегда за этим столом ожидал тебя. Места еще есть. Проходи и занимай это место сына и дочери. Занимай, потому что это для моих детей. Это для моих детей. Это для тех, кто захотел взять мой жезл власти и прогонять врага. Не думай, что он принадлежит только священникам. Он принадлежит царственному священству. Царственному священству. Не все священники его взяли, потому что они не переживали царство моего в себе. И поэтому продолжали жить и служить своими усилиями. Но пришло время объединить царственное священство. Будь таковым человеком. Жезл в моем святилище расцвел. Жезл расцвел. Прикасайся к нему и бери его. Это не палка сухая, как тебе казалось, а это власть, расцветшая в моем присутствии. Это власть, которая даже там, где ты обнаружил обман в свой адрес, ты можешь сказать: а я эту ложь не принимаю. И поэтому все, что мне Бог приготовил, и на этой грядке я возьму. Потому что если враг обнаружен,
то Он должен заплатить всемеро. Боже, мы принимаем! Мы принимаем все, что украл враг в умноженном виде. В умноженном виде в нашу жизнь. Слава Тебе за это! Слава Тебе за это! Воздайте, друзья, Богу достойную славу! Друзья мои, если вы понимаете, что враг не может удержать, то вы не так будете его славить, Бога своего. Господь, мы принимаем все, что нам принадлежит в Тебе. Мы принимаем все, что нам принадлежит в нашем Боге. Мы принимаем Твои благословения на церковь. Мы принимаем Твои откровения в силе. Мы их принимаем в действии. Потому что Ты не стоячий Бог, а Ты двигающийся в Своей славе и в Своем могуществе. Ты творящий все новое. Твори, Господь, новое небо над нашими головами. Твори новые взаимоотношения в семьях. Твори новое здоровье в наших телах. Твори, Господь, твори все, что Ты определил для церкви.